В Северном Казахстане идет уборка урожая. 1300 тонн пшеницы аграрии района имени Габитомусрепова уже намолотили. Средняя урожайность – 12 центнеров с гектара. Успешное проведение осенней кампании местные хлеборобы обсудили на дне поля. Прошел он в одном из крупных сельхозформирований района. Перед аграриями всей страны сейчас стоит важная задача – качественно и в срок собрать урожай. Каждый погожий день у хлеборобов на особом счету. Раздельным способом сегодня заходить до 40-50% мы должны использовать учреждение уборку урожая. После совещания земледельцев встречали в хозяйстве «Янтарь-98». Это одно из крупных сельхозформирований района. Общая посевная площадь здесь превышает 32 тысячи гектаров. Практически весь урожай уже подошел, готовый к обмолоту. Мы приступили к массовому свалу. Мы уже свалили 1500. Помимо таких сортов пшеницы, как Комская 36 и Астана, здесь засевают казахстанскую раннюю спелую. По словам аграриев, урожайный год в среднем выходит по 35 центнеров с гектара. В этом сезоне здесь планируют собрать не меньше 15. На этом же поле земледельцам показали в действии комбайн «Макдон». В смену он обрабатывает до 120 гектаров. Особое внимание борьбе с сорняками. В ТО активно применяют новые технологии. Современных им препараты распыляет вот такая пушка. Сейчас идет обработка почвы против горчака. При работе с горчаком мы используем препараты «Арсенал», «Ланс» и «Горгон». Он держит просто зону, фон как бы не дает ему выйти. За сезон мы 3-4 раза на каждую куртину заезжаем, смотрим, проверяем. Уже более 10 лет на этих полях выращивают подсолнечник. Для улучшения урожайности местные аграрии применяют инновационные технологии. Гибриды всякие разные использовали, для нашей, опять же, подбирали для наших условий. От поздних до ультраранних сортов как бы размещаем. Площадь подсолнечника составляет не больше 3000 гектар в связи с тяжелой уборкой. А это уже полевой стан ТО «Янтарь-98». Здесь организовали выставку сельхозтехники. За несколько лет практически полностью обновили автопарк. Эти современные машины, к примеру, задействуют в посевной. Собрали всех представителей фирм-производителей современной сельхозтехники, пригласили руководителей сельхозтоваропроизводителей, крестьянских и фермерских хозяйств для того, чтобы продемонстрировать сегодня, наметить планы, цели, определить агротехнику для оптимальной уборки урожая. В целом район Габитомусрепова в текущем году предстоит убрать. Яровой сев составил 719 тысяч гектар, 605 зерновая группа. На сегодняшний день свалено, уложено в волках порядка 30 тысяч гектар, намолочено 1300 тонн при средней урожайности 12 центнеров гектара. В этом году хлеборобы района планируют собрать около 1 миллиона тонн пшеницы. Если позволит погода, завершат кампанию в течение месяца. Проблем с горюче-смазочными материалами и сельхозтехникой нет, говорит Владимир Дудов. К уборочной страде приступили все агроформирования района, а их здесь более 300. Также участникам Дня поля продемонстрировали мясной и молочный скот продуктивных пород. Сейчас фермеры делают ставку именно на таких животных. Гульнара Кали, Владимир Боровков, новости МТРК.